Российские школьники завоевали 4 золотые медали на 35-й международной олимпиаде по информатике. Это одно из самых престижных соревнований по программированию в мире. В общем медальном зачете Россия заняла первое место, опередив 87 стран. Олимпиада проходила в Венгрии. Национальную сборную России готовили тренеры из ведущих вузов страны МГУ, МФТИ, ИТМО и других. Нашу команду представляли Гимран Абдулин и Валерий Родионов из Казани, а также Иван Пискарев и Антон Степанов из Москвы. Олимпиада проходила в 2 тура, на каждый из них школьникам отводилось по 5 часов. За это время ребята решили и запрограммировали 3 алгоритмические задачи. Международная олимпиада по информатике проводится с 1989 года. В соревновании участвуют 4 школьника от каждой страны, прошедшие национальные отборы.